нет нигде. Что ж случилось? Я здесь, я застряла в горке. Ой, слишком короткий, не могу дотянуться. Ну, что это такое? Ты не дотягиваешь, мне не получается. Я все время соскальзываю. Держись, сейчас я позвоню Полинке. Где мама? Давай, тяни, Полин. Тяни ее. Давайте, подождите. Вы не поверите, там так страшно. Спасибо вам. Нужно что-то делать, нужно ее уничтожить. У меня только одна мысль. Какая? В машине лежит канистра с бензином. Надо эту канистру положить под горку, поджечь и взорвать. Шансов других у нас нету. Беги. Да, пап, беги скорее. А мы с тобой лучше спустимся с этой горки, иначе она нас еще в двоих засосет. Побежали. Взорвать ее, и чтоб ее вообще больше не было никогда в жизни. Так, чем же ее зажечь, чтоб было безопасно, чтоб самому не подорваться? У меня же есть фитиль. Этого фитиля должно хватить. И че, зажигалка не зажигается? Глупая горка! Не могу тебя взорвать! Ну ничего, я к этому подготовился. У меня есть еще одна зажигалка. Сейчас я уже не промахнусь. Не горит, да что это такое? Ну все, горочка, I'll be back.